Почему не стоит бояться атомной бомбы? В день дурака, вот сегодня, это особенно актуально. Вот как узнать дурака на улице? Ну, если на тротуаре, он идет и орет свой телефон. Если в машине он едет, у него орет музыка вовсю. Ну, бывают места, где дураки собираются скопом, чтобы поорать, например, на футбольных матчах. Вот, и вот я думаю, что если где-нибудь долбанет ядерная бомба, вообще совершенно не важно где, туда сразу соберутся дураки, просто на шум, понимаешь? Понимаете? Вот, туда будут продавать билеты, ну, посмотреть, что за грохот, туда будут продавать билеты турагентства, и все дураки со всего мира сразу туда соберутся, и вы понимаете, что произойдет. Вот поэтому я считаю, что то, что я сказал в самом начале. У меня сегодня такое настроение.